меня! Как всегда, обычный хиллер-матч. И вот уже в начале матча я сразу оживляю чувака. Ну, здесь я посмотрел, обычно наверху много трупов. И вот, как видим, действительно так. Оживляю еще одного. Ну, теперь надо двигаться в другую точку. Оживить кого-нибудь еще. Вот наши собаки бегают. Оживляющие. Они специально выведены для массового оживления, когда происходит полный дизастер. Нашей команде, слава богу, удалось вызвать собак. И вот я умер, тут же меня оживляет. К счастью, очень хорошо работает команда, с которой мы здесь соревнуемся в оживлении. Мгновенно оживляют, после каждой твоей смерти только тебе стало плохо, только ты упал, тут же тебя оживляют. Так, это моя автоматическая пушка оживления сработала. Вот видите, оживила чувака, и он тут же побежал дальше кого-нибудь оживлять. Вот коробка с собаками, которые уже сделали свое дело, и можно их отсылать обратно. А я, собственно, бегу забирать свою автоматическую пушку оживления, потому что, в принципе, она уже дело свое сделала, кого-то оживила. Вот сверху я оживляю Вуки, и он дальше бежит по своим делам. Все ближе я приближаюсь к своей пушечке, тихонечко задом пячусь, потому что, как вы знаете, в Call of Duty лучше всего пятиться задом. Вот, забрал пушку, и теперь, в принципе, надо идти ее класть в коробку и отсылать на орбиту. Потому что, возможно, эта пушка может пригодиться команде, с которой мы здесь соревнуемся в оживлении. И вот, как видите, только я умер, меня тут же оживили. Потому что эта пушка автоматического оживления может гораздо больше пригодиться дружественной команде. Вот положил ее в коробку и отправил на орбиту. Теперь можно заняться спокойно оживлением. У меня оживлятор русской модели. Вот я забрал свою банку колы. Хотя многие говорят, что не стоит поднимать еду с земли. Но я не такой брезгливый. И вот этого, к сожалению, не удалось оживить, а вот второго получилось. И вот он мне дарит за это банку колы, что, естественно, очень приятно. И возвращает мне мой кистевой тренажер, который я, видимо, потерял во время оживления. Ну, снова бежим дальше искать, кого можно оживить. Вот этого, к сожалению, оживить не удалось. Уже слишком прогнил. И вот я очищаю небо над дружественной командой. То есть снимаю помехи с их радара. А вот я проплачиваю контракт, чтобы можно было сразу двоих одновременно оживить. И перезаряжаю свой оживлятор. Тут же вот, как видите, их спокойненько оживляю. Надо искать новые цели. Вот оживил парня, пусть сидит. И вот происходит пейбэк. То есть плачу добром за добро, оживляю парня. И, естественно, мы тут же с ним расстаемся. Он бежит кого-то оживлять еще. Ну вот, опять же, стоило только мне уметь. Дружественная команда тут же меня оживляет. Просто загляденье их работа. Постоянно приходится перезаряжать оживлятор, потому что оживляющие иглы просто постоянно заканчиваются в рожке. Вот видите, постоянно перезаряжаюсь. Вот этого, к сожалению, сразу оживить не удалось. И вот тут я двоих оживляю очень красиво. Два валяются таких трупа, и я лежа на земле спокойно их оживляю. Как видите, мои тиммейты тоже умело пятятся задом. И вот я опять очищаю небо над дружественной командой. Ну, после этого очищатель я кладу в коробку и отсылаю на орбиту. Потому что другой команде он может пригодиться лучше. Вот поднимаю свою банку с колой снова. Потому что меня все время мучает жажда, если честно.
Ну вот только я решил попить и тут же умер от жажды, не успев открыть банку. Слава богу, команда друзей все время на стреме, меня тут же оживили. И при исполненной благодарности я тут же оживляю кого-то из их команды. Здесь я проплатил контракт, чтобы 4 раза можно было оживить в голову, потому что мы знаем, что в голову оживлять гораздо легче. Хотя для меня это странно, потому что в жизни обычно уколы все делаются в задницу. Вот как бы в этом Call of Duty, мне кажется, к реальности имеет мало отношения. И вот как-то мне поплохело, если честно. Тут же убегает меня подлечить медик из дружественной команды. Ну, естественно, при исполненной благодарности я оживляю в ответ. Вот. И тут мне что-то совсем плохо стало. Со зрением у меня полный ад. Ну, вот вроде прояснилось, слава богу. Надо, конечно, бежать уже кого-нибудь оживлять. Как-то непонятно опять. Я умер, видимо, что-то с сердцем было, и тут же меня оживили. Спасибо друзьям. Я, естественно, оживляю в ответ. Вот кому-то даже помог в оживлении. Что-то там меня оживляющее кинули, не понял, я не разобрался, к сожалению, в этом моменте. И вот снова меня оживляют. Как я уже говорил, очень классно работает команда друзей. Опять вернул свой кистевой тренажер. И бегу в поисках неоживленных тел. Опять мне поплохело. Вот кого-то я оживил, тем не менее, находясь в полной бессознанке. Вот еще кого-то оживил. Так, ну этого мне оживить не удалось. Мои друзья позаботились о нем. И да, мы вот ищем, кого же еще оживить. Но уже, как я вижу, практически конец раунда. Осталось нам всего одного оживить чувака, и, собственно, на этом мы победим. И вот кто-то его оживил, нам надо срочно собраться в одном месте, потому что раунд не закончится, если мы не соберемся вместе. Но, как видите, команда работает отлично, очень слаженно, мы мгновенно собираемся в одном месте. И вот финальный счет, 20 оживлений у меня против 7 раз, когда меня оживили с другой команды. Ну вот, к сожалению, сегодня такой обычный хиллер матч, ничего не удалось записать действительно эпического, ну, надеюсь, вам понравилось, увидимся.